Я На землю, вот тебя надо на землю почаще же не умею на земле ничего поныл побольше. Не летать охота. А лучше ставить рандом спот, чтобы у Сидушки бомбануло по полной. Да, и мне дадут гибрида на Эйре. А вам это можно, да? Ну и ладно. Не, почему так не будет? Они там ставятся в балансы. Да никакого никогда баланса не бывает. Баланс всегда ставит. В рандом споте идет баланс. Да, кстати, в рандом споте. Ой, у нас наглый с нами играет, давай. Кто с вами играет? Люкер, ты говорить-то будешь? Люкер, опять там что-то случилось. Люкер. Люкер, ты вякать будешь? Пьяные родственники нам не дают разговаривать. Ой, а меня слышно? Супер, Славян, слышал, что тебе написали? Нестандартное решение, бля. Че, вы там рашить собрались? Да. Или экономику? Нестандартно. Экораш. Конечно, экономику. Экораш? Новое, да. А вот это я обычно промышлял. Экорашем. Новые вени. В стратегии Supreme Commander. А вы меня-то слышите нормально? Нет, у тебя не слышно. А то у меня что-то еще одна копия скайпа открылась и предлагает ввести логин и пароль. Меня вот это смутило. Клон скайп появился. Тебя прослушивает ФСБ. Так оно меня всегда прослушивает. Вот. Хоть слушай. Кто-то обратил внимание на мои стримы, а то... Хотя бы один просмотр будет. Уже что-то. Люки, кинь мне энергии, пожалуйста. Я прочитался. Не кидай ему энергии. Он не заслужил. Чё там, Слава, как вы играете-то? Вы самолет-то не строите, да? Кого они? Самолеты строят только... Не жалуйся, если у тебя бомберы будут летать. Понял, Славян? Угу. А чё, Витёк тоже Айр не будет делать? Ой, дебилы. Дебилы. Меня они уже бесят. Нормально. Ну как вот могло пройти с первой... Со второй минуты? Что могло пройти? Ну, Славян, тебе ли не знать, а? Что могло пройти? Ты ещё такие вопросы задаёшь? Коп! Сука, коп! Люкер бегает там. Мочи их, мочи. Куда ты поехал? Вот куда ты поехал, блядь? Дебил. Это мой мех. Какой нахер твой мех? Считай, блядь. Чё ты там буду? Мне сейчас некогда считать. Считать не хочу. Вообще охреневший уже. Славян. Зажрался, я сдал. Да все хотят отобрать мех у Айрщика, я знаю. Вообще, блин, я терпеть. Я по своему опыту знаю. Вот. Да, вообще. Вот и у меня мой мех забрали. Да, зажрись своим мехом, блин. Лолипоп ты херов, блядь. Лолипопу ты отдаешь, ты этой лолипопе. Вообще, прикинь, докатился. Да, ну это все, конечно. Да, Витёк, ты потерял. Вообще, да, потерял вообще авторитет в глазах друзей. А че Люкер не строит авиацию? Да, Люкер вообще не меня. Вот нормальные игроки. Не просят меня никто Айр делать. Сразу делают зенитки. Про Люкера что ли говоришь? Да нет, про всех. Блин, вот урод, он пропустил что-то. Ах ты, Люкер, блин, застанился. А, мой бомб. Приятно с понимающими игроками играть.
Смотрите-ка. Наш-то этот тащит. Как его? Я не знаю, как его зовут. Гибрид его зовут. Славян, а зачем тебе столько ира? Расскажи. Чтобы это поклоняться. Солить? Да, слить. Подарить. Задонатить. Засаливать. Засаливать. Так как узнал? Так, а что нужно засаливать? Бля, вот прикинь, белого там вообще все хуёво. У белого все отлично, а че ты врешь? Ой, не у белого, а у этого нашего Саурона, бля. Хуй. Сарумяна. А почему славян ест эти мехи? Ой, не мехи, а. Мехи? Как их называют? Камушечки. Мои камушки. Ну, я их заслужил. Собрали, я хочу сказать. Ой, Люкер. Ну. Как так Люкер может плохо играть? Меня больше беспокоит то, что Люкер не разговаривает опять. Ну это обычно. Обычно, я знаю, но это плохо. Я хочу с ним поговорить, а он... Я хочу с ним поговорить, а он молчит. Представляете? Пиздец, короче. Ну и дятел, ой, дятел. Я же говорил, что это не Люкер играет, а его племянник. Конечно, мы знаем. Люкер, ну я тебя, конечно, такого ожидал. Витёк, это что, был ганшип? Где? У тебя или просто самолетики Т2? Ну, что тебе сказать, а? Ну я же и так вижу. Ну ты конечно тогда спрашиваешь. На всякий случай. А вдруг мне привиделось. Почудилось. Перекрестись тогда. Может поможет. Думаешь, поможет? Ой, что я вижу? Ой, тебя-то, ой. Ой, это я тоже вижу, кстати. Давай, давай, мочи. Бля, вот он кинул, да, вообще дурак, бля. Вообще дурак.
Пиздец, бедный парень, блин, а? Совсем уже замученный. Блять, сдохший еще. Да. Витёк. Чё? Ну, его судьба была предрешена. Да ну почему решена ты чё? Замесно ещё ничего. В прямом смысле предрешена. Зарешена. Решена, да. Люкер, чё ты... Это ты, Люкер? Или чё это? Чё ты делаешь? Ты ерунду какую-то. Нормально, один чувак за нас играет. По вражеской команде. Давай, Люкер. Да блин, Люкер вообще... ММЛ-ок нет ни одной штуки. Он... Издевается, что ли, сейчас? Да. Капец какой-то. Его там турели застраивает, он ничего не делает против них. Типа вот так и надо. Капец, Люкер. Тактика, блядь. Мне что ли микс? Отлично. Охуеть. Ну, Люкер, ну. Витёк, есть аккуратор? Угу. Я пару секунд. Я тебе могу... Заебись. Чё, второй друг? Чё, ну мерз, блядь, чё ты, блядь? Давай строй. Ты что там делаешь? Витёк. Чё, пошел помогать тому чуваку? Молодец. Нафига он вообще нужен? Витёк, ну ты вообще все испортил. А чё? Ну а чё? Там уже мы проиграли, потому что у нас двоих убили, фланга нет. Ну все, это пиздец. Люкер как дно сыграл. Почему ты так, Люкер, сыграл-то? Даже ни одной Т2... Ну, бля, он не нормально играет. Так, блин, Люкер-то ни одной Т2 фабрики не построил.
И молчит, сидит. Видимо, все на Т1 стратит. Капец какой. Издевается. Надо мной. Он специально зашел, чтоб слить. Чем тут слить? У вас все нормально. У вас все живы. Конечно, это вот нахуя брать этих 1100 вообще, блять, ну пиздец какой-то. У нас также 1100. Где? Да про их вообще не понять, таких игроков, они вообще непонятные, блять. То они нормально играют, то вообще какие-то донари, блять, как 500-ники. Да, из-за этого их нехуй брать вообще, я считаю. Пусть они играют там, блять, в других играх, блять. Они нужны, блядь. Мутные, блядь. А, может, мутные, но... Ну, а вот, на самом деле, смотри, ваш сыграл, блядь, заебись, а наш, вообще, его как с самого начала начали, блядь, пиздить. Согласен. Ваш полный дебил. Ах. Очередная. Ёбнутый. Пойду я на молочка. Одно плохо вышел. Ну вот теперь он издевается. Люкер, чем молчишь? Где твои 1001 оправдание? Ну, Поршку мы убили. Поршек? Поршку мы убили, вот. Убей Люкера. Энергии нет. Опозорил его. Оп-оп-оп-оп. Их не было, по. Ну, на месте бы Витька, я бы туда не пошел.
Я не сомневаюсь. Ну страшно, ведь один дебил там уже дох, и ты даже на то же место